Зачем ты так? Ей нельзя доверять. Потому что богиня? Я тебя ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра к озеру Девяти, и я доставлю вас в Йотунхейм. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто еще укажет нам путь? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О, да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Правда? А то. И, кстати, Йормунганд – блестящий собеседник, хотя по виду этого, может, и не скажешь. Почему Фрея плюнула тебе в лицо? Нет, говоря о Бальдре. Он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдр неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места. Боюсь, что нет. Бальдр неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал, Мимир. Разве? Откуда взялась его сила? И если я верно помню, это связано... С магией? Мимир? Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца ожили. Им нужно немного времени. Он хоть не сломался? Мимир, мы на озере. Хорошо. Причаль у моста. Мимир, так почему Фрея плюнула тебе в лицо? Ну, она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между асами и ванами. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон. Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавой, а превратилась в утомительное смертоубийство. Согласен, брат? Именно. Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру. Уговоры дались трудно, но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из рода ванов. Славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но еще сведущая в магии ванов, которую Один давно мечтал постичь. Фрея вышла за Одина? Зачем это ей? И она пошла на эту жертву, чтобы защитить свой народ. Воистину, Фрея достойна лучшей участи, но история, конечно, не так проста. Голова, как поговорить со змеем? На середине моста есть рог. Отнеси меня туда. Наконец-то! Это рог!
Хорошо, дай мне подуть в рог. Один поставил тут эту статую в честь Тора. А мировой змей этого жирного болвана ну просто вообще терпеть не может. Наверное, устал на него смотреть. А ему не больно? Ну, видишь ли, в чем дело. Тор и мировой змей давно враждовали. И будут впредь. Наверное, смотреть на своего врага было еще неприятнее, чем терпеть ползущий по кишкам камень. Хочешь, я его спрошу? Нет. Нас интересует только Йотунхейм. Ну, пожелайте мне удачи. Он меня помнит. Соболезнует вам и поможет. Любопытно. В чем дело? Беспокоиться не о чем. Что он делает? Направляет нас на верный путь. Слушай внимательно. Чтобы попасть в страну великанов, нам нужно две вещи. Во-первых, надо узнать путевую руну Йотунхейма. Во-вторых, надо вырезать эту руну на особых вратах. С горы, где мы тебя встретили? Верно. Только бесконечно мудрые великаны сделали так, чтобы обычный резец тут бы не помог. Только волшебное зубило откроет ворота. К счастью, я знаю, где оно. Совсем рядом. Он сперва будто разозлился. А, он подумал, что вы друзья Одина. Прошу меня простить, никогда не говорил на древнем языке трезво. Смотри, вода опустилась еще ниже. Можно увидеть и башни миров, и статую. И я вижу, где еще полазать на берегу. Где этот резец? Найди лодку, и я покажу путь.
Теперь я могу прочесть. Но это имя. Эйр! Ого, это имя ее зажгло. Это имя одной из валькирий. Очень любопытно. Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца или еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, сам решил. Кошмары! О! Жуткие О! твари! Ну как? Лучше. Пойди сюда. Слушаюсь. Это еще одна карта. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Эй, Синдри, ты знаком с Мимиром? Если ты об оторванной голове, которая мне подмигивает, держи ее подальше. Это не гигиенично. Ах, как это мило. Я тоже рад тебя видеть. Урод. О, неужели ты украсил колчан моей стрелой, сплетенные замелы? На память... О добром друге, Синдри. Я так тронут.
дальше? Что здесь было? Неужели? 8 тронов. Хватит юлить, голова. Тебе знакомо это место? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я многое знаю. Не знаю, что тут было, но явно что-то важное. Для кого? Тут нет ничего ценного. Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. Крестцу. Нам туда, к статуям грибцов, а потом между ними. Не верится, что Один был мужем Фрей. Любовь и ненависть переплетены так тесно. Вот смотри, Один ненавидит великан, а они его. Но мать Тора, великанша Йорд, была истинной любовью Одина. Хватит. Никаких историй в пути. Надо за дорогой следить. Я его понимаю. Я потом закончу. Сказал, что Тор – полубог-полувеликан. Так странно. Один и Йорд действительно любили друг друга.
Йорд не стала. Один много веков провел в одиночестве. И когда разразилась война с ванами, я знал, что кроется за его бравадой. В результате долгих уговоров Фрея согласилась. Поначалу Один пустил в ход обаяние. Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой. Он исполнил столько ее желаний, я всех и не помню. Воцарился мир, и я поверил, что все получилось даже лучше, чем я планировал. Но в итоге Один показал свое истинное лицо. Он завоевал доверие Фреи, и она обучила его магии ванов, о чем потом горько жалела. Увы, несмотря на все старания мудрого советника убедить его, что только мир позволит отдалить Рагнарёк, Один так и не расстался с идеей захватить Йотунхейм. Познав магию ванов, он устремился к новым экспериментам и новым злодеяниям. Приготовься! Женский скиталец!
шифра. Нужно найти еще несколько таких. Всегда хотел узнать, что с ним стало. Стой! Фафнир? Который из склада Фафнира? Он самый! Сильный сказал, что он был гном. Так и есть. А теперь он дракон. Забавно все вышло, да? Он закован. Ну что, поищем связующие алтари и освободим беднягу? Да, парни? Когда они словно вышли из царства Хель. Как твой друг стал драконом? Он мне вовсе не друг. Этого гада ненавидели все, как ваны, так и асы. Так зачем вызволять? Брат, поверь, недавно освобожден. Никто не заслуживает такой участи. Даже алчный гном-дракон. Уже больше нет. Ты
не ответил на вопрос, голова. Как этот гном стал драконом? Точно не знаю, но, по-моему, это связано с его привычкой красть магические артефакты. Наверное, стащил что-нибудь не у той богини Ванов. Что с этим делать? Покажем гномам. После нашей встречи многое изменилось. Тогда я был с ногами. Так, мелкий уродец. Ну, он стал драконом, а характер не изменился.
Стой, сейчас прочту. Еще имя. Гейрдрифул. Еще одна валькирия. Это не совпадение. Но кто вырезал их на светильниках Тюра? Ясно, что брак с Одином долго не просуществовал. Но как Фрейя оказалась в лесу? О, это была запредельная жестокость, даже для Одина. Будто брак с ним не был карой. Фрейя вошла с ним лучше, чем стоило бы. С ним она прошла через все возможные унижения ради мира и безопасности своего народа. Но безумие Одина, его деспотизм, его мерзкие фокусы с ее магией переполнили чашу терпения Фрейи, и она ушла.
Один был в бешенстве. Его проклятия оказались даже хуже, чем она боялась. Но ее магия была сильнее. Они так долго были вместе, он знал все ее слабые места. Именно по ним били его проклятия. А, например, невозможность покинуть Мидгард. Он лишил ее всех боевых способностей. Фрейя больше не может сражаться, даже защищая себя. Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. В этом жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрейя. Я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, парень, я бы тоже. Готов!
Отец, я готов! Брат, за тобой Тацельвурм! Я справился, да? Ты набираешься опыта.